Это остров Олух, таящий самые таинственные тайны на свете. По виду не скажешь, но эта кучка голых мокрых скал может преподнести много сюрпризов. Этот водорез оставил кусок крыла в сети. А этот, о, бедный криволап, потерял зрение в западне. Его бросили умирать в одиночестве и страхе. А это что? Дело рук Драго и его ловцов? У близнецов уже 9, у Астрид пока 3, Рыбьенок и Сморкала идут с нулем. А Икинг? Кто знает, где пропадает? Не, мотается там, куда ворон костей не заносит. Ты точно хочешь назначить его вождем? Не рано ли собрался в отставку? Единственный сын Стоика Обширного, наследник трона Олуха и самый великий покоритель драконов на всем белом свете. Если ты нас не отпустишь, сию же секунду, его ночная фурия все тут разнесет и расколет твой хваленый флот на мелкие щепочки. Ой, извини, рыбинок, тебе же это не надо? Держи презент. Я говорил, что ты особенно хороша сегодня. Детка, я ращу для тебя усы и бороду. Эй, Сморкала! Это мое! Пузыри большого диаметра, мощные, легкие, глубоководный, морозостойкий вид. Я бы сказал, левиафан 5-го разряда. А может, 6-го? Пролет ты не в фаворе. Эй, дёру отсюда, вибарь! Кроме меня, мы связаны, балда. И не пытайся прикарманить мою славу. Все, убедился, иди утопись. Эй, Ниной, это было... круто. Какой мужчина... идеал. Иди ко мне. Клянусь подштанниками. Да это же ночная фурия. А я-то думал, они все передохли. Удача наконец-то повернулась к нам лицом. Не думаешь, что у Драга есть такой? В драконьей армии. Вернуть все наши позиции. Мы немедленно отправляемся в стан драконьих наездников. Мы сметем и раздавим их вожака и легко завоюем Олу!